Осень набирает обороты. С наступлением холодов у большинства людей растет аппетит. Но как не только насытиться, но и не навредить своему организму? Ответ простой. Чтобы еда была вкусной, но одновременно и полезной, она должна готовиться из экологически чистых продуктов. Именно такие можно приобрести в сети магазинов «Макларен», которых становится все больше на улицах Твери. С самого начала главным принципом в работе магазинов «Макларен» стала экологичность продуктов, которые предлагаются покупателям. Именно поэтому основная часть ассортимента – молочная, мясная и рыбная продукция собственного производства. У нас своя ферма в деревне Ордино Старицкого района, ферма «Макларена». У нас там быки, козы, свои гуси. Помимо того, мы сотрудничаем уже с проверенными и надежными фермерскими хозяйствами Тверской области. Но не только с фермерами нашего региона сотрудничает сеть магазинов «Макларен». Здесь хороший выбор морепродуктов. Причем поставки налажены напрямую. Как раз недавно вернулся с большой командировки с Дальнего Востока начальник отдела снабжения Максим Сергопольцев и привез хорошие контракты и 200 тонн продукции рыбной. Это и икра, это деликатесы, и это рыба красная, чевыча, нерка и не только. Рыба и морепродукты – это запас аминокислот и полезных жиров, а значит и лучшая поддержка иммунитета. Кальций и белок тоже важны для организма, особенно растущего. Поэтому в эко-бутиках «Макларен» большой ассортимент молочных продуктов. Причем в качестве исходного сырья используется не только коровье, но и козье молоко. Оно не вызывает аллергию, легко усваивается и богато витаминами. На нашей ферме в Ордино мы выращиваем коз заанинской породы. Они пасутся на заливных зеленых лугах. И мы делаем продукты из козьего молока. Это и сметана, и кефир, и сливки, и сыр, и, конечно, йогурты, чтобы детям было вкусно. А для школьников, в особенности мальчишек, которые должны набираться сил, отличным, а самое главное полезным вариантом перекуса станут вот такие кнуты. И свинины, индейки, и даже оленины. Колбаски не жирные, особенно говядина, оленина и индейка. Мы сами прекрасно знаем, что индейка – это вообще диетическое мясо. А главное, можно не переживать, что этот перекус испортится, потому что колбаски – это сыровяленые. Магазины «Макларен», которых становится все больше, заслуженно пользуются популярностью у тверичан и гостей города. Ведь люди прекрасно понимают истину. Мы то, что мы едим.